Здравствуйте, мои дорогие друзья! Ну что, я это сделала! И не за два дня, и не за неделю. Я посадила 15 роз за 2 часа. Потому что я очень хорошо все продумала. Вот остался только виноград, малина в подарок. То есть такие щедрые подарки. Малина, сорт, вот какой-то Делайт. Каскад. Вот Каскад Делайт. Еще в подарок была розочка, но я уже начну показывать, что я посадила. Вот эта розочка спрей Санторини, а вот там розочка Лидия. Я ее сажала неделю назад. Это из первой посылки. Вот там чуть-чуть подальше Супер Трупер. Это я покупала на базаре. Это я тоже покупала на базаре сорт Лампион. Вот это я сажала неделю назад. Summer Song, Леди Гамильтон и Корона принцессы Шарлотты. Все сорта в комментариях опишу. Так, одна розочка, это флорибундочка, я уже немножечко забыла, так, какая-то гюл и мандарин. А нет, Джулия Чайлд, вот так. Так, Джулия Чайлд, флорибундочка и мандарин, это спрейка. Теперь, вот это я уже и не помню. Так. Троянда спрей Аллегрия. Так, вот это точно фрезия, флорибундочка. И вот это, наверное, Pink Flash или Splash. Так, сейчас смотрим. Так, что это? Pink Flash. Вот это под ежевикой. У меня такая появилась идея посадить самые колючие розы. Здесь розочка Шарлотта. Здесь розочка Deep Purple. Ой, нет. Deep Purple – это любимая группа моего мужа когда-то. Да, мы из тех времен. Розочка Big Purple. Вот так, Big Purple. Вот эта розочка Atlas. Она прям какая-то гигантская такая вот. Поскольку здесь уже все равно колючие вот эти ежевики. Тут уже никуда не денешься. Тут и так все колючее. Хотя желтая, она не такая колючая, как черная. Вот еще Black Baccara. Я не знаю, кто из них Black Baccara. Так, да, Атлас, вот это Black Baccara, она немножечко такая страшненькая, но ничего, может оживет. А вот это вообще подарок, то есть не только малину подарили, а еще подарили розочку Абракадабра. Это получается черная полосатая, Black Baccara черная, это белая с какой-то малиново-черной каймой, такой яркой, но не черная, но такой вот пурпурная. Вот это пепл, такое пурпурное, фиолетово-сиреневое, вот такое вот. И корона принцессы Маргарет, это желтая. Здесь что-то фантастически нежное. Это танцующая королева, Dancing Queen. Это спрейка. А что же это за спрейка? Так. Pink Flash тоже. Pink Flash была в наборе и была просто так. Я заказала, можно было заказывать только одну розочку, потому что цена была акционная 9 гривен. Вот почему я заказала такое количество роз, но только на спрейке. А вот эта розочка Атлас, она самая... Нет-нет, Фламинго. Фламинго Атлас самая мощная, а Фламинго оказалась самая такая... несчастная, духленькая такая. Но Фламинго это какой-то фантастический сорт, что-то вообще за гранью. Вообще-то что-то такое красивое, нереально. Вот. Ну, посмотрим, вдруг это все приживется. Как же мне хочется. Мне настораживает, что завтра заморозки, а они вот такие почечки все повыпускали. Вот это мне не нравится. Здесь у меня такая мысль. Вот эта розочка Алхимист с жесткими побегами. Вот это Пьер де Рансар. И они мощные, они поразрастаются. Вот пусть этот Пьер де Рансар опирается на алхимиста и на вот эту
черноплодную рябину, а вот там у меня вообще казино, розочка, такая огромным кустом растет. Это все трехметровые, ой, плетистые, вот, поэтому они около забора, и я очень надеюсь, что им не придется делать опору. Но если придется, куда деваться? Вот это вот рядом с альянсом, вот, у меня тут посажено, во-первых, и то пион желтый, какой-то фантастический, не просто желтый, а еще с розовыми пятнами. А вот эта розочка ванила парфюм, ароматная, кремовая, медовая, такая вот вообще фантастическая. Вот здесь у меня Эб Тайт сливовый и сиреневый песня любви, Love Song. Вот это капучино с базара. А вот здесь целая куча розочек, которую я уже половину не помню названия, потому что я в прошлом году ничего себе не запоминала, не подписывала и решила, я буду помнить. В результате ничего не помню. Это какие-то глазки. Вот эту я, конечно же, помню, аква. Вот, ну, вот это все поразрасталось у меня. Цвела только аква. Я надеюсь на следующий год, что это как-то будет расти. Розы есть, цветов было мало. Вот это, по-моему, еще один Санторини. Так, сейчас я посмотрю. Так, Санторини. Он был в наборе. Вот эти акционы можно было только по одной штуке заказывать. И в наборе был и Санторини второй, поэтому их два. И Pink Flash. И в наборе была еще красная спрейка. Вот. А вот это вот... Ой, я закопала уже этот название. Просто принцесса Маргарет. Там была Шарлотта, корона принцессы Маргарет. Это просто принцесса Маргарет. Ну что, я это сделала. Надеюсь, все будет расти, цвести. Смотрите, какой фантастический бутончик. Хотел распуститься, но не очень-то он и сумел это сделать. Ну что, я в комментариях оставлю описание всех этих сортов. Вот, и надеюсь, что-то приживется. Я расскажу, какие стоило покупать, какие не стоило покупать. Есть и английские, получается, и флорибунды, и чайно-гибридные, и спрейки. И шрабы тоже есть. Вот, поэтому весной посмотрим. А к следующей осени, я думаю, уже сложится какая-то картина и какое-то мнение, стоило ли покупать осенью такое большое количество роз. Всем удачи и здоровья!